есть я думаю, что сам референдум позволит решение вопросов, связанных с тем, что общество найдет среди своих людей неких лидеров, которые поведут эти вопросы, может быть, в более глобальном вопросе, может, в масштабе для завершения. То есть вступление в такой союз или вступление в другой союз, или выработка какого-то третьего или четвертого направления. Ну, во-первых, референдум должен быть проведен не позднее, чем 2 месяца после объявления даты референдума. То есть референдум может быть проведен, то есть после рассмотрения инициативы Башкана. А раз инициатива есть, народное собрание в обязательном порядке должно его рассмотреть. Какое они примут решение, я понимаю, то, что будет давление партии, которые сегодня своих членов партии на местах держат в вежовых рукавицах. И вот тут возникнет некоторое неудобство для членов партии, которые, ну, смотрят с открытым ртом на своих руководителей в Кишиневе. Ну и тут они покажут, гагаузы они или члены партии.